1 марта объявлен конкурс на поставку спортивно-гимнастического оборудования. В качестве наглядного примера был взят на вооружение опыт соседней Литвы, где успешно функционируют специальные тренажеры уличного типа. Эти тренажеры, которые мы планируем установить в этом году, популярны во всей Европе. Они уличные, антивандальные, будут соответствовать всем требованиям европейским и латвийским, требованиям безопасности. Ну, как они себя покажут, мы посмотрим в течение года, после того, как установим от производителя и фирма, которая будет устанавливать, мы просим гарантию 3 года. Но вообще эти тренажеры, они рассчитаны на более долгий период эксплуатации. Антивандальность конструкции проявляется в ее прямом предназначении. Специально созданные для интенсивной эксплуатации на открытом воздухе, тренажеры более прочные, чем стандартные собратья. При желании, конечно, испортить можно все, в том числе и поэтому предпочтение для установки будет отдано местам, находящимся в зоне городского видеонаблюдения. В частности, в Центральном парке и на территории детской площадки Сквера Славы. На основании заявлений и предложений жителей будут выбраны и так называемые тестовые места. Весной этого года в тех местах, где мы планируем установить оборудование, появятся информационные стенды, где мы вкратце планируем рассказать и познакомить жителей о том, что будет делаться в их дворах и тех местах, где мы планируем модернизацию, где они могут посмотреть, какое примерно оборудование будет установлено, в каких местах. И ждем от них предложений и заявлений. Конкретизировать базирование новых тренировочно-развлекательных комплексов смогут сами жители. После обобщения полученных результатов начнется процесс установки.